к величайшему сожалению, уже не говоря, конечно, про Организацию Объединенных Наций, которая просто стала непотребным местом, которое уже невозможно ни смотреть, ни слушать, ни интересоваться, какая у них повестка. Они могут работать на Марсе, могут работать на Юпитере, могут работать на Венере, вот вообще улететь за пределы Солнечной системы. И ничего не изменится в мире. Потому что все эти рычаги регулирования военных конфликтов, ради которых создавалась Организация Объединенных Наций, в состав которой входят почти 200 государств, почти 200, из них 15 входят в Совет Безопасности, ничего не может сделать. Он стал абсолютно неработоспособной конструкцией. И очень высоко вероятно, что ее постигнет печальная судьба Лиги Наций, которая не смогла предотвратить Вторую мировую войну и была распущена ввиду абсолютной бесполезности и недееспособности.